касайся наших сердец. Дух Святой, изменяй их. Потому что ты один только можешь это сделать. Своими силами нам не справиться, Господь. Изменяй наши сердца. Изменяй наши характеры, Господи. Изменяй нашу человеческую сущность, Господи, Боже всемогущий. Иисус, поделись с нами своим сердцем, Господь. Я тебе отдам свое сердце. Только ты очисти его. Я тебе отдам свое сердце. Только ты очисти его, Господь. Я тебе отдам свое сердце. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Куда вы идете? Я сюда на служение, на Гольфстрим. На Гольфстрим? Да. А почему вы туда ходите? Нравится мне. Что там особенного такого? Там что классное это за общение. Я могу с людьми поделиться тем, своей любовью, теплотой, которая у меня есть внутри. И друзья, там очень много друзей. Просто это огромный шанс найти друзей. Саша, а что вы хотите от этого служения? Что вы думаете, сегодня здесь с вами произойдет и случится? Ну, что-то такое интересное, волшебное, что-то такое должно тронуть душу и сердце, думаю, будет хорошо. Еще, чтобы Бог подсказал мне, что я неправильно делаю в жизни. Вот. Может быть, сегодня на этом служении Он мне проговорит. Исправит все. Да, исправит все, и найдется моя половинка, та, которую я ожидаю. Ожидаю научиться общаться, показать себя. Ну, научиться строить отношения. А вы первый раз идете? Нет, не первый. А что изменилось, может, в вашей жизни за период того, как вы ходите сюда, посещаете клуб, служения эти? Да, уверенность в себе появилась. Ну, что я достойна. Ну, а самооценка выросла. В 2010 году в церкви Дом Хлеба родилось служение «Гольфстрим». Это служение, благодаря которому люди, не состоящие в браке, могут достичь новых высот и найти свое призвание в Боге. Шапкой. Что? Как вам понравилось? Понравилось, да? Вот почему ты сюда ходишь? Потому что я верю, что на этом служении Господь исцеляет душу. Он разрушает те стереотипы, которые нам сатана навеял, что мы, если потеряли свою половину, мы должны такими и оставаться одинокими. Но здесь Господь учит всему другому. Аминь. Что одному человеку нехорошо. Я знаю, вы ходите вместе гулять, да? Да. Во-первых, у нас после служения мы не успеваем все общаться, а на этих встречах мы много общаемся. Мы узнаем жизни наших братьев и сестер. Это бывает и с юмором у нас. Игры, у нас игры. Мы там, когда происходят игры, мы больше раскованы. Ну, у нас поднимается настроение. Ну, вообще, это лучшее время. There's a fire that burns inside. A fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running.
Что вы делаете на шашлыках, когда ходите со всем служением Гольфстрим? Шашлыки. Играете? Играем в игры. Да. Играем в игры. Кушаем шашлыки. Готовимся. Общаемся с сестрами. И с братьями. С братьями тоже. Играем в волейбол. Играем в волейбол. Song. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us, we'll be running through the night. With a fire that burns inside, a fire that burns inside. На этом служении каждый может научиться достигать успеха на основании Божьего Слова, раскрыть себе новые способности, научиться строить отношения с окружающими, встретить надежных друзей, а может и спутника жизни. Приезжал бы, если бы было это служение было два раза на неделю, я бы два раза приезжал бы. Хорошо. Молитесь, Бог ответит на ваши молитвы. Спасибо большое.